знаем, на самом деле не понимаем, зачем мы страдаем, болеем, умираем. Почему мы не вечны, мы гаснем, словно свечи. Кто люди, чьи мы дети, что нас ждет после смерти? Стоит задуматься о том, о вечном, не о земном. Нам нужно Бога искать, пока можем думать и размышлять. Нужно смириться с собой, обрести душевный покой, раскаяться в своих грехах. Наша жизнь в Божьих руках. Сребролюбие, богатство люди строят себе царство на земле. Все ищут счастья, но это все напрасно. Самоуверенные в себе люди находятся в мире иллюзий. Мы не знаем, что будет завтра. Смерть приходит так внезапно. Нам нужно задуматься о том, о вечном, не о земном. Нам нужно к Богу прийти, чтобы наши души спасти. Нужно смириться с собой, обрести душевный покой, раскаяться в своих грехах. Наш вечный дом будет на небесах. Мы однажды все умрем, но мы воскреснем, оживем, как после мрачного. И придет всему конец, на землю спустится Творец. Он уничтожит зло и грех. Давайте будем мы из тех людей, кто пребывает в Божьей радости.